прыжки, перевороты и поддержки. Юные черлидеры отрабатывают акробатические трюки и оттачивают мастерство. Этот танец они посвятили здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек. В моей семье никто не пьет, не курит. Чтобы напомнить детям о вреде алкоголя, табака и наркотиков, тренеры провели для воспитанников игровую лекцию. Педагоги рассказали, как никотин действует на организм и какое наказание было для курящих в древности. В Англии по указу Елизаветы I курильщиков приравнивали к ворам и водили по улице с веревкой на шее, а прохожие кидали в них камни. Тренеры надеются, что подобные лекции уберегут воспитанников от вредных привычек. Нельзя употреблять наркотики, нельзя курить и нельзя пить. Это будет очень плохо для здоровья. После лекции для детей провели праздничную эстафету. Ребята разделились на две команды. Нужно было на скорость выполнять задание. Самым сложным оказалось преодолеть лавочку, подтягиваясь на руках. Но любую эстафету легче пройти, когда рядом команда поддержки. Самые быстрые и ловкие черлидеры получили подарки за первые места в эстафете.